Всем привет, дорогие друзья, рад приветствовать вас на канале Амигон, и это Анирет с треком Акацуки. Этот трек мне посоветовал один из подписчиков, поэтому я не мог пройти мимо, так как я люблю своих подписчиков и люблю то, что они мне присылают, а иногда они мне присылают очень годных авторов, что стоит отметить. Что ж, погнали, не будем долго тянуть, погнали, мне не терпится, люблю рыбчанские по анимешкам. Акацуки? Дайдара. Это же Дайдара, да, был? Я вот что хочу отметить, довольно-таки очень круто музыка звучит. Даже уже в начале я чувствую качество, у меня в наушниках хорошо передается качество звуков. И я слышу довольно-таки качественный бит, довольно-таки качественно. Опа-на. Ровно 10 штук теней, богей, странных людей, объединение идей, в ловле 9 зверей. Дядь, ты шо? Ты шо так ворвался? У меня аж... Ля, у меня... Ого. Слушай, у меня редко, но... Блин, у меня мураши пошли с самого начала. Вот это ты хорош. Вот это ты ворвался прям. Я серьезно. Нормально так. Нормально. Ровно 10 штук теней, богей, странных людей, объединение идей, в ловле 9 зверей, были собраны в тени, две ладони, две руки, правят всем на всей земле, всех разящие клинки. Ровно 10 штук теней, богей, странных людей, объединение идей, в ловле 9 зверей. Варвойд, у тебя появился нифиговый конкурент, дядь. Собраны в тени, две ладони, две руки, правят всем на всей земле, всех разящие клинки. Дайдара сам пришел не сам, он их был задачей, техникой была задачей. Плана у Чиха и Дачи, но не унывал, а жаждал мести, он ведь не просил их, потому пошел за ними, ведь искусство это взрывы. Он на ГТПН был в основе целой группировки, куча тела дал взамен попав на хансовые уловки. Но он отомстил тем, кто убил его друзей, чтобы быть подобно богу, нужно убивать людей. Сори, кукла, вот на куклу управлял по нитям, трупы стали куклы, потому-то он убил в итоге друга, чтобы стать сильнее, обратил себя и тело, как и в этом все. Его искусство потому-то так и надо. Чистый лист бумаги заморали в поле брани, крови боя пропитали, где все люди умирали, на руках погибло двое, заморали души крови потому. Ты точно новичок? Это очень круто. Это даже, ну, если я даже и удивляюсь, но тут я впечатлен подачей. Я прям реально впечатлен. Ты точно новичок? Что? Нифига себе! Это просто разрывает. Это реально разрывает, камон. Ушла за ними кона тихо по дороге боли. Ровно 10 штук теней, богей, странных людей, объединение идей, в ловле 9 зверей. Были собраны в тени, две ладони, две руки, правят всем на всей земле, всех разящие клинки. Ровно 10 штук теней, богей, странных людей, объединение идей, в ловле 9 зверей. Были собраны в тени, две ладони, две руки, правят всем на всей земле, всех разящие клинки. Друг друга тащики сам завоевался, Михаду убил десятки подчиненных, это было начало. Точили копья ночами, чтобы побыть палачами, ночью демоны убил их под конец на прощание. Даже было пузо, был в команде с Какузу. Не лазили, но убивали, чтобы сделать трапезу. Он поклонялся богу, а того-то был бессмертным. Но взамен он приносил тела своему богу в жертву. Перебил клан весь свой отдачи, гений выполнял задачу. Убил всех своих родных, и от того душа я плачет. Братик выжил, но простить его не смог. За это мальчик он пожертвовал собой, но был отступником и дачи. Какузу же был убийцей, но убийца ради денег. Продавать тела на рынке было частью развлечений. Ведь вся сила это деньги, и они же правят миром. Бессердечный человек, и все боялись его имя. Ровно 10 штук теней, богей, странных людей, объединения. Я вангую, вот эта работа наберет очень много просмотров. Я прям вангую, вот эта работа очень много наберет, прям, ну вот много, я вот честное слово говорю. Я не знаю, когда это наберет оборот, но по-любому эта работа очень много наберет. Просто вот, она реально крутая. Я еще другие, правда, не смотрел, но вот эта работа меня уже еще больше цепляет, чем даже предыдущая. Ловле 9 зверей, были собраны в тени, две ладони, две руки, правят всем на всей земле, всех разящие клинки. Ровно 10 штук теней, богей, странных людей, объединение идей, в ловле 9 зверей, были собраны в тени, две ладони, две руки, правят всем на всей земле, всех разящие клинки. Хоббита был тенью за личиной маской, то объем хотел спасти любовь, и потому он душу продал для Мадары. Просто кукла, но кукла имела вес, и смог прийти и встать на место, от того вернула
части. Но Азасу был тяни Джокер, карточный колодец. Мог использовать Мадару и создать в этом болоте. Снова вечный Цукуйоми возроди слой сжимает. Починил себе весь мир, а значит можно убивать. Ровно 10 штук теней, богей странных людей. Объединение идей в ловле 9 зверей. Были собраны в тени, 2 ладони, 2 руки. Правят им на всей земле всех разящие клинки. Ровно 10 штук теней, богей странных людей. Объединение идей в ловле 9 зверей. Были собраны в тени, 2 ладони, 2 руки. Правят им на всей земле всех разящие клинки. Ё-моё. Ой, там еще и Санджи есть, Санджи. Это один из любимых персонажей One Piece. Ой, тоже надо будет глянуть, это по-любому надо будет глянуть. Слушай, ну... Я последний раз так просыпался на Варвойде. Серьезно, на Варвойде прям просыпался. Чтоб мне до мурашей, но это сильно. Это прям особенно врыв мне вообще зашел. Припев четенько прям... Я даже не знаю, здесь только оставляйте свои комментарии внизу, ребят. Я думаю, что эта работа заслуживает точно очень большого внимания. Точно заслужит очень много внимания к себе. Видно, что старались, видно, что сделали круто. И просто респект, ребята. Просто респект. Не останавливайтесь в своем деле, пожалуйста. Выпускайте треки все так же. И удачки вам. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. Также на авторов, на которых я снимаю реакции. Смотрите, изучайте. У них есть много своих хороших работ. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.